Всем привет! С вами Схан, игра Европа. Почему эта игра? Потому что я переустанавливал, короче, менял материнскую плату на компьютере. Заодно попутно решил... Что делал? А, это мы раскачиваемся, да? Заодно попутно решил винду переустановить на чистую там, ну и попутно, конечно, диски там форматнул. Давненько я это не делал, это полезно довольно-таки. Понял, в какую сторону должен накачаться-то? А, погоди, может наоборот вот так вот? Не понял, что у кого? Короче, вот, и проблема в том, что когда я переустановил там винду, все, игры заново закачал, оказалось, что Кена, мост духов, не имеет облачного сохранения. Вот, и поэтому мне тебе придется заново начинать игру, а я это, ну, это потом как-нибудь сделаю. Заново все перепроходить до того момента, где я остановился на прошлый момент, в прошлый раз. Ну, поэтому решил сейчас пока... начать другую игру. Блять, в какую? Что дальше-то делать? Вот я раскачиваюсь, а что дальше-то делать? Вот эту игру я давно хотел поиграть, она выглядит довольно-таки интересно. О, вот она была, еще больше раскачаться просто. Довольно интересно выглядит, мне заинтересовала эта игрулька, и поэтому я решил ее скачать так. Что-то я не понял. Вот так вот пошустрее вроде бы. Тут сейчас на... Какие... Блин, а в чем с камерой-то? А, на инверсию, блять, инверсия. Настройка, камера. Может так? Да, вот так, по-моему, получше будет. Камера инверсированная, оказывается. Так, это что у нас? Так, здесь в этой игре, как я понимаю, персонаж может ходить по любым поверхностям, как я понял. Так, мне надо, наверное, это... изменить... громкость понизить. Да, давайте-ка мы так чуть-чуть потише сделаем. Примерно так вот игру потише сделали. Надеюсь, нормально. Так, и что же я должен делать? А, ну вот, да, я по любым поверхностям могу ходить на этом персонаже. Надеюсь, игра интересна будет. Так. Перемещается, конечно, интересно. Тут забавно персонаж двигается. Опа, да я упал сейчас. А, прикольно. Прикольно сделано. О, кассета. Код с зарабатывания достижений. К7 какой-то я в Steam получил. И тут получил... А, надо 3 кассеты таких собрать, тут написано. Парис. Париж. Там мы сейчас в Париже. Ну и да, по эльфовой башне можно было понять. Дизайн. Покрасить? О, как, погоди. Глазик сейчас нарисуем себе. А то кого я без глаз-то? Можно 2 глазика? Погоди, а можно как-то стереть? А можно как-то стереть, нет? Я чуть не понял. А, Z отменить. А, Ctrl. Ctrl-Z отменить. О. Так, давайте-ка вот так глазик нарисуем. И вот так глазик нарисуем. 2 глазика пусть будет у нас. А, так, ну все. Все, поди. Закончить покраску. Да, у нас теперь глазики появились. Отлично. Там я вижу что-то еще. Тут можно прыгнуть? Прыгнуть, видимо, нельзя. Но зато можно вот так вот пройти. Потом вот так сюда. И вот у нас кассета. Хорошо. Тут можно уронять еще что-то. Интересно. Пока все интересно.
Погоди-ка. Вот так можно вращать мир. Такая... Вот, теперь у меня три кассеты получено. Опять обновились одна кассета. Где... Одна... Есть еще одна такая игра платформерная, которой тоже можно перемещаться по разным поверхностям. Правда, там немного по-другому все реализовано. Но тоже интересно. Я ее вроде как играл, точнее, пытался в нее играть. Да, пытался в нее играть и не доиграл. Так, погоди. Я там все осмотрел по той стороне. Но здесь как бы немножко посложнее, мне кажется, управлять. Так. Ну там, там можно упасть, так что нет. Вот так лучше. Пошли сюда. Погоди, погоди, куда ты крутишься? Ага, надо вот так все-таки. Походу. Так, я упаду. И как я должен тогда? Погоди, так я упаду. Что-то я не понял. Ну-ка, дай-ка назад. Блин. Так вот разверни. Оно еще само по себе поворачивается, все, игра-то. Так, ну вот я сюда, конечно, пройду, и что дальше-то? Ничего. Так, я сейчас туда, если пойду, я упаду, да? Да. Блин, я... что-то я не до конца понял, как я должен... Я должен в ту дверь попасть. А, не, ну я вот сейчас прыгну, я упаду и разобьюсь. А прыгнуть-то нельзя. Что-то я не догоняю. Ну я развернул вот так вот, и что дальше? Там внизу падение. Блин, погоди. Погоди, так, надо, кстати, управление посмотреть. Двигаться. Да, это он, блин, закрыто, смотри, как. Вот ты с такими впервые сталкиваешь, что вот в управление смотришь, и пока ты не дойдешь в обучалке до этого нужного момента, вот эти будут закрыты. Я с таким впервые сталкиваюсь, на самом деле. Ну ладно. Так, надо все-таки, наверное, по-моему, где-то здесь надо искать проход. Где-то здесь надо что-то искать. По-моему. Ну нет, здесь нельзя ничего сделать. С этой стороны, если... Ну, блядь. Звук такой, блин, забавный был. Попробовать снова. Конечно, снова попробовать. Так. Не падай. Да я не догоняю. Зараза. Так. Головоломки. Головоломки. Чтоб... Эй, упал! Ну, что по головоломкам этим? Эх, блин, я должен успеть провернуть мир, что ли? Я должен успеть провернуть его? Или не надо торопиться? Или можно торопиться? Не, по-моему, торопиться надо. А, вот, да, я должен был успеть просто провернуть его мир. Прокрутить должен успеть вовремя. Погоди-ка, погоди-ка, а там ведь это... Вы видели там запись кассеты? А, вот, все верно. Что-то у меня там собака творит непонятные вещи какие-то. Сейчас я ненадолго отойду.
Я вернулся. Запись идет? Звук идет? Да, звук идет. Так, ну-ка, назад, походу, нам надо. Назад, 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 назад. Все, назад вернулись. Другого пути нету нигде, да? Нет, тут только упасть можно. Блин, мир вертится, крутится весь такой. Вон туда мне надо, видимо. Наверняка я тут много чего понапропускаю. Погоди, а я туда как-то должен попасть? Видимо, как-то я туда должен попасть. Это что такое? А чё ты застывший такой тут? Погоди, погоди, ну-ка мысль. Вот, я понял, смотрим. Вот сюда рычаг вот этот. Так, провод ведет куда-то сюда. Ага. Провод. Ага, это надо как-то... Блин, я думал... И понятно, тут рычаг открывает эту дверь, но... Вопрос... Как нам к этому рычагу попасть? Если я сейчас туда прыгну, я разобьюсь. Да. Ну, мог бы и не проверить, на самом деле. Я должен был догадаться. Как это, посмотрите, догадаться? Я так знал. Просто решил проверить так, на всякий случай. Думаем, надо как-то туда попасть. Наверное, надо вот тут выдвинуть платформу, скорее всего. Это в итоге в эту дверь нам надо попасть. Так. Кассета. Кассета. Опять одна из трех. Что-то я... Так, в эту дверь нам попасть, что ли, лифт? Или не в эту дверь все-таки? Погоди-ка. Нет, тут разбились. Я думал, туда можно спуститься. Что-то я не понимаю. А что дальше-то? Или сюда можно потом вернуться, когда мы откроем дверь? В смысле? Я что-то ничего не понимаю. Еще раз-два сюда пройдем. Так, это вот та дверь, которую нам надо открыть. Погоди, вот это вот что у нас тут? Куда нам это? Крутится, вертится, все запутать меня хотит. Так. Ну это я понимаю, куда. Погоди. Мир развернулся неудачно. Так, погоди, есть у меня кое-какая мысль, что все-таки там есть путь. Давайте попробуем сейчас попасть. Так. Это у нас ведет в дверь непонятную. Нам тут делать нечего. Погоди. Никак. Так, надо еще аккуратно разворачивать правильно. Сюда вот и... Блядь, не понял. Тут я никак не пропаду. Я зря сюда пытался пойти. Погоди, а вот сюда если... Это где это мы? А, вон где мы. Примерно понимаю. Что с того? Подожди. Вон туда никак не попасть. Все-таки я не понимаю, как туда попасть, поэтому давайте пройдем в эту дверь. А, в каждой области свое количество вот этих вот кассет.
И я, получается, в той области что-то не взял. Видимо, ну-ка. Это он... Оттуда, да, мы пришли? Я не особо понимаю пока, куда нам, зачем нам? Да, в каждой области свои кассеты вот есть, получается, и каждое это свое отдельное достижение. Блин, сколько много здесь достижений. Там крыса. Я вижу крысу. Или кто это? Так, а карты тут нету никаких? Непонятно, ладно. Весь мир крутится, вертится. Что за звуки? Тут еще с кем-то воевать все-таки надо, да? В этой игре. Нет, это не крыса, это кто-то непонятный. Типа собаки с акулей башкой? Она на меня агрится. Эй! Я не заметил! Я не заметил провал. Кстати, вы видите, краска-то с меня спадает. С каждым смертью ее все меньше и меньше. Это что туда значит? Не удивлюсь, если это в итоге окажется, что у нас всего... Что это закончено с нашей жизнью, и нам придется все заново начинать игру. Туда никак не пройти. Сюда. Так. А, погоди-ка. Здесь я что-то должен сделать. Какая-то загадка очередная. Мир перевернули. Запитали. Мы запитали какую-то дверь. Подожди. А тут я вижу механик. Очередная загадка какая-то. В определенном порядке, скорее всего, надо делать что-то. Так, ну-ка. Туда можно упасть. По-моему. Вон кассета, опять же. Это вот перевернутая этот клетка. Куда эта дверь ведет? Куда она нас привела? Не знаю, к очередной... Блин, я сильно заблудился уже. Уже конкретно заблудился. Да, вот платформа. Да, вот такие вот штуки вот отмечены вот там, видите? Черный такой вот. Это платформа движущаяся, как я и предполагал. Только я не понял, куда, зачем я иду. Я бессмысленно как-то двигаюсь сейчас. Без понимания того, что вообще здесь происходит. Я двигаюсь без понимания того, что я и делаю, что я и как делаю. Так, тут я упаду. Определенно. Вот эта краска, это, видимо, что-то вроде защиты у нас. Ладно. Погоди-ка. Погоди-ка, вот так вот. Так, кажется, я понял. Надо вот эти все запитать, чтобы открылась вот эта платформа. Чтобы она полностью заработала, видимо, да? Да вот как попасть туда? Ну, меня развернуло. Что-то я не понял.
Ну, если... А, нет, я, блин, я думаю, я тут разобьюсь, если сейчас это сделаю. Но нет, я не разбился. Это хорошо. Так, тогда двигаемся сюда. Тут я разобьюсь. Или нет? Или нет? Тут... Тут нет. Хорошо. Двигаемся дальше, вот сюда. Все, я запитал. И что-то случилось. Блять, это падение. Но я медленно падаю, почему? А нет, я снова покрашен. Что-то я не совсем понимаю, что... Что значит эта вот покраска? Так, там я вижу кассету. Туда можно было как-то попасть. Так, ну давай подойдем, посмотрим, что это у нас случилось. А, это покраска, да? А, во, я могу теперь осматривать вот так вот, да? Это я получил новую способность, это мое осматриваться теперь. Показывает мне что? Цель? Ну ладно. И что? Ну вот я осмотрелся, и что дальше? Как это убрать-то теперь? Как это убрать-то теперь? А, вот. Это вот ищите секреты, показывают мне. Это я должен осмотреть все секреты, да? Осматривайте огонек, там ваша следующая цель. Ищите подсказки, если застряли. О, подсказка! Это она, та видели, помните, такие были ряд платформ такая, которую надо зажечь в определенном порядке. Сейчас я вижу вот порядок, в каком надо зажечь. Окей, так, надо бы запомнить, не забыть. Так, мне надо... Давайте... Сейчас попробуем получить кассету. Нет, как это сделать? А, вот, ну да, все нормально. Вот я не разбился. Так, теперь давайте-ка вот сюда попробуем пройти. Там тоже какой-то секрет. Кассета, да. Приветик. Ох ты ж! Блин, как неудачно все получилось. Он оказывается, в падении может и разбиться. Я об этом не знал. Так, мне надо вон туда вернуться. Угу. Вон туда мне надо. Видимо, сюда, да, надо? Хотя нет, это не та платформа. Ну, давайте попробуем. Хотя, погодите-ка. Ай-яй-яй, чуть не упал. Погодите-ка, а как мы сюда попали? Погоди. Подожди, где я? Я опять запутался. Ну, погодите-ка, мы сейчас надо посмотреть, там еще куда нам указывают цель, надо посмотреть, куда нам ведет наша цель. Тут что-то показывалось. А вот, а мне вон туда надо пойти по итогу, да, получается. Но для этого я, наверное, сначала должен в Эйфелеву башню, да, вот походу. Вон туда мне надо на вершину забраться. Эйфелевой башни, видимо, да? Ну, мы вас поняли. Так, давайте тогда сейчас он к той... тем платформам попадем. Блин, игра довольно интересная. Хотя вот эти головоломки... Я уже, наверное, много раз говорил, что я не люблю головоломки, но... Но игра пока вроде интересная, я могу и потерпеть наличие головоломок.
да, все правильно. Пока игра кажется интересной. Альт, чтобы открыть карту. Ой, тут альт есть. Карта есть все-таки, да. Что это дало нам? Так, это... Погоди, вы здесь. Это что? Идите по стрелкам к следующей цели. Правда, на одном уровне могут питать что-то на другом уровне. Подсказки. Так, а можно ли назад? Так, это что? Ваша следующая цель здесь. Да, теперь я могу узнать цели свои, да? Это вот где я был, видимо. Погоди. Подожди, еще раз дайте мне с этой картой разобраться. Так. Тут, видимо, где я был, только я не могу дальше назад вернуться, да, получается, посмотреть. А, нет, вот где я был, видимо, да, вот старт. Платформы. По-моему, мне надо бы все-таки назад вернуться. По-моему, назад мне надо как-то. Там еще раз осмотреться, я не особо хорошо там осмотрелся. Блин, а как назад-то вернуться? А, вот, я уже как раз походу назад и вернулся, да? Ну-ка. Почти назад вернулся, да. Это вот здесь вот я разгадал, получается, карту. Ну, там все разгадал. Или где-то здесь. Что-то как-то плоховато я ориентируюсь здесь. Ну, с моим топографическим кретинизмом это ничего страшного, ничего удивительного нет в том, что я плохо соображу, где я нахожусь. Так, давайте... О, кстати, осмотреться мне здесь можно же. Почему все вверх ногами? Так, погоди. Тут у нас запитано, открыло проход. Ну, там... Там надо искать подсказку на вон ту платформу, чтобы осмотреть ее. Погоди. Пока не особо понимаю. Так, я пришел. Где? Я пришел вот из этих дверей. Не забыть бы, из каких дверей я пришел. Так, здесь и здесь вижу кассеты, их две. Одна кассета у нас в недоступном месте, непонятно, как тут попасть. Вторая защищена собакой, охраняется. Также мне надо попасть на вот эту платформу, отгадку найти. Чтобы запитать. А запитать что? Чтобы запитать непонятно что. Так, ладно. А сюда. Еще раз осмотримся. Что-то я вертеть не могу нормально. Давайте попробуем вот эту загадку отгадать тем же самым ключом, что у нас до этого был. Хотя вряд ли это сработает. Но попытаемся. Ой, нет, неправильно. Нет. Блять, запутал. Сам себя запутал. Давайте уберем. И будем... Блин. Будем искать ключ. Надо как-то осматриваться. Может, таким же макаром каким-то образом должен показаться нам ключ, видимо. Как? Вот смотрите, вот на эту вот смотрю штуку. Видимо, здесь должна быть подсказка, но я ее сейчас не вижу. Это как-то надо, видимо, повернуть по-другому. Или что-то активировать, чтобы появилась подсказка. Я пока не понимаю, что именно и как. Надеюсь, сообразим.
Надо перевернуть, наверное, мир. Попробуем перевернуть мир. И снова осмотреться. Что же с собакой делать? Зараза. Мир-то мы перевернули, а толку-то у нас карта-то все равно так показывается. Что-то я должен... сделать все-таки. Не понимаю пока что. Надо соображать. Как соображать, если соображать нечем? Так, думаем. Тут еще я не особо понимаю, как, на каких вот местах можно перевернуть мир. Тут, видимо, нельзя, да. На каких вот таких острых углах можно перевернуть мир, а на каких нельзя, я пока не соображу. Никак. Вот здесь я должен что-то притащить сюда, видимо. Что именно? Как это сделать? Здесь уже пытался упасть. Тут я, по-моему, уже разворачивал, да, и ничего. Тут нашел кассету тогда. И все, и только-то. Здесь вряд ли что-то я могу сделать. Отсюда. Что-то я не понимаю. Может быть, назад, совсем назад вернуться еще раз? Где мы? Так, это вот оттуда мы пришли, сюда. Сюда двинулись. Ну-ка, карта. Где я? Здесь я, видимо, что-то еще не все сделал, видимо. Но я знаю, что я тут много чего не сделал. Но я не могу понять пока, где, что и как. Зараза такая. Игра головоломка. Мощная головоломка. Игра довольно сложная для меня будет. Я чувствую. Так, ну-ка, карта. Вот, это вот мне как раз вот в эту дверь и надо попасть, чтобы пройти, походу, вот сюда. Да, мне вот сюда, видимо, надо попасть. Чтобы пройти дальше. Вот здесь вот я еще не все сделал. Кассету какую-то пропустил. Ну да ладно. Мне надо в эту дверь попасть. Рычаг вот этот, как же его открыть-то? Надо как-то вот эту платформу сдвинуть. Как это сдвинуть, чтобы она открыла мне проход? К рычагу. Где-то что-то должно быть. Кнопочка должна быть какая-то или еще что-то. Я не вижу. Чудно.
соображалка у меня не работает в этом, в этой игре. Да, у меня в никаких играх с этим. Блин, там надо бы как-то перевернуть тоже. И нет, не перевернуть, как-то добраться тоже надо. Давайте попробуем вернуться к там, где мы пропустили кассету. Да, мы где-то вот здесь вот пропустили кассету. А, нет. Вот здесь. Это надо еще дальше. Блин, не то нажал. Так. Здесь я должен... Вот здесь вот надо как-то шустро действовать, да? Ой, не в ту сторону повернулся. Эй! Не понял. О, погоди-ка. А, да, ну да, я тут был. Так, а что дальше-то? Зараза, я сейчас упаду туда. Зараза, как кошмар. Как мне назад-то вернуться? Так, еще разворачиваем. Ну, сюда мы как-то не можем, да? А, не можем, смотри-ка. Блять! Я уже пытался, по-моему, здесь этот труп провернуть, у меня не получилось. А как я должен назад-то вернуться? Я что-то... По-моему, все правильно делаю. Э! Как-то она вертится, вообще непонятная игра. Игра непонятно вертится. Нет, я тут не могу развернуться. Зяряза. Да, блядь, как-то оно не понимаю я. Как-то же должен туда вернуться. Как-то же я могу вернуться туда. Как? Не знаю как. Да ё-моё! Серьёзно. Не особо соображаю с этим управлением вообще. Почему он туда упал? Почему он вообще туда пошел? Ну а как я развернулся в прошлый раз, то сюда попал? Ладно, короче, не будем хуйней страдать. Вряд ли там что-то полезное на самом деле. Мне надо сообразить здесь разобраться. Еще бы, блин, как-то сообразить надо суметь. Сюда вот я не ходил. А сюда и нельзя. Нахрена тогда это было сделано? Если вот туда нельзя, зачем тогда? Погоди. Не, здесь кнопочки я не вижу. Я, кстати, не вижу и вправду кнопочки, которая активирует туда эту платформу. Этот проход откроет мне. Не вижу. Кнопки. Может, ее и нету? Но тут я разобьюсь, да. Да, здесь нельзя так. Я думал, туда можно спрыгнуть.
Тут непонятно, где можно спрыгнуть, а где оно перевернется, мир. Я никак не могу понять вот этого. Погоди, погоди. Стопы. Нет. Чё-то я не догоняю. Там вот вижу, как будто бы можно туда пройти. Как будто бы нельзя. Непонятно мне вот эта механика с покраской. То краска на мне есть, то она с меня спадает. Нет, туда походу никак нельзя. Но зачем тогда? Ну, блядь, ладно. Туда, видимо, нельзя никак. Или я чего-то не понимаю. Ну, туда как-то можно попасть. Ну, непонятно зачем, правда, я туда пытаюсь попасть. Дверь, дверь, дверь. Вот это куда дверь ведет, неизвестно. И как же туда попасть-то везде? Форума. Что-то я в тупике в конкретном. Три пути, но этот путь у нас заблокирован. У нас остается только путь туда. Как-то туда попасть надо нам. Ну, блядь, ну я уже пытался же ведь сюда попасть, не получалось. Понял, кстати, а что у меня с записью? Ладно, проверим потом. Так, ладно, давайте сейчас вернемся еще опять к той собаке и попытаемся там осмотреться. Если я опять ничего не придумаю, то придется пока на этом закончить, потому что, ну... Ну, потому что я не знаю, что делать. Знаю пока что делать мне. Может по... Не, а туда я тоже не могу попасть. Мне надо как-то... Это, блин, реально похоже на собаку, но с акулей головой. Почему? Или не акуля, это вообще какая-то непонятная голова. Там двери уже... Вот с этими дверями что-то сюда надо положить. Мне? И куда мне это придет, интересно, кстати? А, это поведет меня дальше, но мне надо сюда. Может, он тут мячик только как? Там еще что-то, блин, мне надо какие-то навыки приобрести. Не хватает мне каких-то навыков. Какого фига? Блин, кто мне скажет подсказку вот по этому коду? Вот этот код мне явно нужен как-то. Скажет по нему подсказку, я не вижу ее. Она должна быть где-то вот здесь, но я здесь ее не наблюдаю. Это подсказки. А, хотя погоди, вот, погоди-ка, вот сейчас видите, маленькие окошечки и большие окошечки. Может быть, мне надо. Вот это и есть, может, подсказка? Так, надо сообразить. Так, три таких, одна такая. Ну-ка, давай-ка назад вернемся. Надеюсь, я правильно понял. Оно, наверное, может, подсказки не обязательно должны светиться. Попробуем. Так, 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 так. Да, все верно. Тут не обязательно подсказка должна светиться. А может быть, она и не будет светиться, просто размер окошек, может еще как-то. Но это была подсказка. Так, возвращаемся, получается, сюда. Thank you.
Так, двигаемся, двигаемся. Та дверь у нас открылась, по идее. Да, вот эта дверь у нас открылась, и нам надо как раз сюда, получается. Это мы сейчас попадем. Да, мы сюда вот попадем. Я же правильно сообразил? Там упали. Да, мы как раз попали сюда. Идите по следам к следующей стрелке. Да, да, все понятно. Так, осмотримся. Это тут вот раз кассета, ее как там... Ну, ее, я думаю, я смогу забрать. Кассету эту. Там вот мостик какой-то нужен, надо поднять. И там кто-то ходит. Кто-то опасный ходит. Потом можно... Стрёмный, он охраняет кассету. Дверь очередная. Ладно, давайте пройдем немного. О, краски. А я не могу взять эту краску. Нет, краску-то я, видимо, не могу взять. Ну, давайте вот это мы заберем. Или нет, не заберем. Пойди, я думаю, туда можно попасть. Здесь я не могу попасть, тогда я могу только здесь пройти, могу здесь пройти. Дверь вот эту открыть, но нет. Он меня видит, и что он сделает? Что он сделает? Так, ладно, давай сюда пока. Ага, такой фокус не прокатит. Да и мне и не надо вроде в ту дверь, она все равно не активна. Ну типа мы... А, это я сейчас к нему попадаю, а зачем мне к нему? А мне к нему сейчас и не надо, видимо. Я думаю. Так, ну я сейчас к нему попаду, а зачем я к нему попаду? А я не думаю, что мне к нему надо. То есть надо, можно было тут пробежать, если... Давай подождем сейчас он. Сейчас меня видит. Давай сейчас развернешься спиной ко мне. Есть. Вот так вот. Ага. Ну, что-то я зажег. Дверь зажег. Вот с этим вот рычагом я ничего сделать не могу сейчас, да? Кстати, я вот добрался до этого рычага, но ничего с ним сделать не могу. То есть у меня нет навыка, видимо, необходимого умения. То есть кнопки там не работают. Значит, и с тем бы рычагом я тоже бы ничего не сделал. Понятно. Так, ну-ка, это куда нас приведет? А я сейчас бы все равно здесь ничего сделать не могу. Так, ладно, тогда пока это забьем, возвращаемся к двери все-таки надо. Все-таки нам надо к двери идти. Где она? Тогда двигаемся. Видимо, нам надо в дверь попасть. Куда это я приперся? А, вот она. Вот она дверь. Так, ну-ка еще раз посмотрим, куда она... А, она нас куда-то вообще в сторону приведет. Это не та дверь, которая нам нужна, но мы войдем в нее. Попытаемся сообразить, что у нас тут ждет. А я не удивлюсь. Да, вон там у меня одна кнопочка ждет. Нас там ждет кнопочка. Мы сначала заберем кассету вот эту. Ах ты, что с ней, блядь, я думал, развернется мир. Почему я думал, что мир развернется?
Так, погоди-ка. А вот туда мы как попадем? Иди твою налево. Тупик очередной. Я его вижу, этот тупик. Только мне это что дает? Ничего не дает. А, во, вот теперь я могу раз... Блин, все понятно. Я дурачок просто. Ну, кассета. Надо было, блин, осматриваться. Я же осматриваться должен, чтобы сообразить. Только толку-то. Толку-то осматриваться, если я все равно не соображаю. Во, вот теперь я понял, как нам надо. Кнопочку эту зажечь. Кнопочку мы зажгли. Возвращаемся, видимо. Мы вернулись. У нас зажглась дверь. Какая? Вот эта дверь, да? Оттуда мы пришли, но зажглась у нас вот эта дверь. Окей, в нее. Погоди, я где? Вот он где. Так, как мне туда попасть? Примерно понимаю, как. Идем по этой фигне. Как раз мы сейчас вернемся, походу, к рычагу. Дойдем, да? Там к рычагу дошли. И здесь как раз та самая дверь, которая нам и нужна. Вошли. И где мы оказались? А оказались мы уже почти у цели, у нашей непонятной, неизвестной цели. Ага. Так, это меня сейчас киданет просто, да, получается, вот эта платформа. Но знаете что? Я думаю, на этом нам надо бы закончить наше сегодняшнее видео, потому что времени уже прошло достаточно прилично. А еще у меня сомнения по поводу качества записи. У меня, по-моему, ОБС фиговенчит. В любом случае, нам надо заканчивать на этом, и потом там будем соображать, что вот с этим делать. Тут надо, походу, как-то... подгадать момент, судя по всему, вот этих прыжков подставится под удар и, и нас киданет. Я, видимо, как-то должен рассчитать момент или нет. Не знаю, разберемся. На этом, пожалуй, закончим. Тут как, в каком моменте игра сохраняется? Сохраняется же она на этом моменте? Ну-ка, где у нас? Или тут сохраняться надо самому? Ого, как здесь можно... экспортировать, импортировать игры? Непонятно. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания. Надеюсь, вам была интересна эта игра.